Я это сказал к тому, что мы, как братская и очень дружественная для вас страна, не только потому, что мы друзья давние с Ильхам Гейдаровичем, да, мы с Гейдаром были в хороших отношениях, пусть недолгое время, но мы с ним работали душа в душу. Я очень уважал этого человека еще в те советские времена. И часто Ильхам Гейдаровичу говорю, что тот редкий случай, когда природа на детях не отдыхает. Вы очень много сделали, и прямо сказал ему сегодня, что вы живете в раю, у вас райская природа. И то, что вы вернули земли, то, что вы их возрождаете, это останется на века, на многие времена. И все это говорю к тому, что если в этом великом деле возрождения этих земель найдете нам место, где мы можем подставить плечо свое, и это будет вам выгодно, мы это сделаем с большим удовольствием, притом ответственно заявляю, сделаем так, как никто больше в мире не сделает. Из-за того уважения и наших отношений между братскими народами Беларуси и Азербайджаном.